it a big fat. Зачем ты даешь им ложную надежду? Но не мог же я сразу отказаться. Oh, you touch my tra-la-la. Если сдохнем, то вместе! Да иди-ка ты нахер! Держись давай! Да и с твоей живучестью туша гидры тебе ничего не сделает! А вот меня твоими сиськами убьет насмерть! Если я сдамся, Казума погибнет! Что это такое? Так она же больная! Бедняжка, у нее слюни текут! Госпожа, удача приходит в удачные дни. Если проиграли, попробуйте вновь. А я с радостью оплачу абсолютно все ваши расходы. Ноа! Отлично! Попробую на мотоспорт поставить! Господи, это Ноа, это страшная женщина. Она подсадила бомжиху на азартные игры и стимулирует это дело. А давай сделаем вид, что мы Я так посмотрю, он быстрый. У него есть немножко опыта даже в сражениях. А мне еще и неудобно сражаться в босоножках. Постоянно залетают камушки. Ребята, лошок в детских сапожках пришел убивать гоблинов. Где? Моя мама в ночь перед операцией выпила 2 стаканчика шерри. И ни о чем не переживала. А ничего, что перед операциями в принципе не рекомендуется есть день, а про алкоголь я уж и не говорю. И типа ты реально ей советуешь, что, боже, она реально бухает в ночь перед операцией. А я весь день бухаю! Космонавтам приказывают сворачиваться, но они все не просчитали только одного — хирурга Женю. Готовим срочный спуск. Женя, мы должны выполнить приказ Земли. Пожалуй, начну с тебя. Постой, Сильфа. О, принц Альберт, самый добрый и самый умный из всех братьев. Давай лучше начнем со взрослого. Чего? А ну заткнитесь. Казнить! 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 Дернись, хуесос. Дернись, я тебе ебло разнесу. Поддонки ебаные. Я нападу на первого же встречного и отниму у него все, что есть. Этот вариант не канает. Следующий! Левый, правый, левый, правый, левый, правый, левый, правый! Выкуси! Хуй тебе, неудачник злоебучий! Где детонатор? Где детонатор? Где он? Где он? Дело в том-то, что мы живем в таком здании, что каждый день движ Париж. Я выгляжу дорого. Прямо на улице своего города. Многие сейчас задаются вопросом. Каким? Как отбелить анус? Я не задаюсь. Дело житейское. Это что за жизнь у вас такая? Сейчас разберем. Не надо это разбирать. Время почти пришло. Чего? Все нормально. Нет, не нормально. Совсем не нормально. Отстой, отстой, отстой. Не шевелись, дура. Ебать. То пламя горело не таким ли цветом? Или может быть таким? Можно еще вот так? Магия. Настоящая магия. Ой, так щекотно. Потерпи немного. Не надо,
такой толстый, мне страшно. Не бойся, это совсем не больно. Вообще-то я не против, если больно. Вау. Нет слов. Скажи мне напоследок что-нибудь хорошее. Искусство. Это взрыв. Я не практиковался в магии давненько. Я хочу показать тебе фокус, который показала мне мама, когда тебя не было рядом. Так, на всякий случай. О, да, еще кое-что. Я рад, что ты сменил фамилию. Сукин сын. Я уважаю здесь каждого самурая. Меня тоже касается. Нет! Ты не... Так вот как звучит твой голос. Приятный. С каких это пор ты стал мужчиной? Что? Я сменил пол 300 лет назад. Макото, ты ведь не опытен? Мне и такие нравятся. Что за пидор? Брата, What's that? Сделай интересное что-нибудь. А, это что это, например? Хрюкни, как свинья. И побыстрее. Хрю. Тихий ужас. Зачем ты вообще живешь? Ну ты и тварь. Пошли. Подождите, ли мне рассказать в службе новостей, чем занимаются их ведущие в свободное время? Слово студии. Утренние новости с Томом и Тэмми Томпсон. Самая лучшая новостная команда Колорадо, состоящая из брата и сестры. Ребята, скамейку красили. Серьезно? Скамейку красили. Напомню, температура воздуха сегодня поднялась до плюс 26 градусов тепла. С твоей силой нам нечего бояться. Ну же, давай, пресс лежа. Вау, вот так бицепсы, словно горы Эверест. У меня чувство, будто что-то здесь совершенно точно не так. Ты сама бросилась в глотку гидры спасать меня. Да уж, на тебя это не очень похоже. Ну да ладно, пойдем домой и там поотмокаем в ванной. О, ты хитрый пес! О, но! О, но! On a scale from 1 to 10, my friend, you're fucked. In lack of other... Везунчик, иди сюда, маленький. Мы не можем останавливаться. Я устал, я хочу есть. У меня хвост замерз, у меня нос замерз, у меня уши замерзли. Как бы то ни было, это просто удивительно, что он не нуждается в деньгах. Странно. Теперь не выйдет разыграть ваш козырь. Придется очарованием его завоевывать. Оно у вас есть вообще? Нет, решительно нет. Такой, охуелся такой. Где мой нос? Что же выбрать? Давайте начнем с красного. Простите, наши платья могут показаться вам старомодными. Ну что вы? Да уж. У меня как бы мячик для гольфа в голове. А, фух, мячик. Я-то просто подумал, у нее онкозаболевание, поэтому решил никак не шутить. Ну, значит, в следующий раз будешь аккуратнее играть в гольф, маленький скинхед. Отъебись от меня. Оставь нахуй меня, блять, в покое. Я буду тебя шлепать.
шлеп, 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 шлепать. Шлеп, 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 шлепать. Я буду тебя шлепать. Почему он? Почему он, а не я? Баба Яга против! Глава ЦУПа все еще пытается доказать, что он не пустое место. Евгения Владимировна. Шанс небольшой. Женя. Я это сделаю. Я буду Женя. Вы можете мне не мешать? Женя. Да. Продолжайте операцию. Я, блядь, забыла спросить, сопля зеленая. Кролик, что-то мне вдруг на все похуй стало, хочу его догнать. Ура, в моей жизни снова появился смысл. Ёпта, еще что-то уникальное. В прошлый раз меня выебали. Но раз на раз не попадает. А может, у них тут есть фотонарик Ранчихи? Главное, у них очень классный оператор. Где же они такого взяли? Очень серьезно и ответственно, сразу видно. Следит за процессом. Наверное, он не сможет меня перенести. Но если он возьмет в пасть веревку... Не-не, этот план тоже херня! Глупый пес сиганул! Зачем? А как же веревка? Это так глупо, что блестяще. Нет! Это просто глупо. Бобер! Хочешь тут, курва, до мне, бобер? Але файне, бобер! Ааа, курва! Ну а на сегодня у меня все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, остальные соцсети в описании. Ну и спасибо за просмотр.